Управлением ФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со Следственным управлением Следственного комитета России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Новоспасского района Ульяновской области, причастного к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Обвиняемый реализовывал сжиженный углеводородный газ без получения лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию автогазозаправочной станции третьего класса опасности. С января 2020 по октябрь 2023 года он незаконно извлек доход в сумме около 25 миллионов рублей. Противоправная деятельность обвиняемого пресечена в результате совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета и ФСБ России. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление обстоятельств совершенного преступления и выявление всех причастных к нему лиц.